Нет, мадам, нет. 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 Чарльз Эдвардс, Рик Мейл, Аннет Кросби, Рон Донахи, Бетти Эдни, Антон Лессер и Рональд Пикап в фильме «Комнаты смерти. Тайны настоящего Шерлока Холмса». Комбинация белого коня. Я ненадолго. Можно его увидеть? Может быть. Если он в норме. Автор сценария Дэниел Бойл. Продюсер Элисон Джексон. Я принес тебе сливы и персики. Режиссер Пол Маркус. Это тебе на пользу, отец? Мне не нужны фрукты, Артур. Я хочу домой. Отец, ты же знаешь. Тебе нельзя. Почему, Артур? Я не понимаю. Ты здесь, потому что ты болен, отец. Но я не болен. У меня больной вид. Голос больного. Я здоров, как и ты. Отец, прошу. Мы уже говорили. Прости, Артур, что расстраиваю тебя. Ты проделал долгий путь из Южных морей, а я... Прости меня. Не извиняйся. Я должен встретиться с доктором Беллом. Ты не говорил. Да. Значит, ты приехал не ко мне, а к Беллу. Отец, для этого ты приехал. Я буду вторым после Джозефа Белла. Отец. Это правда? Отец. Второй скрипкой? Не начинай. Не нужны мне твои фрукты. Не нужны. Я хочу домой. Я хочу домой. Не троньте его. Не троньте. Пойдем. Перестаньте. Я хочу домой! Я хочу домой! Вашего отца придется усмирить для его же блага. Это необходимо. Если вас что-то не устраивает, вы можете забрать его домой. Ему не нужны ваши фрукты, мистер Дойл. Артур! Артур! Боже! Я же просил не входить. Я же говорил. Мы недооцениваем детей, Дойл. И в этом наша ошибка. Я не устаю удивляться их жизнестойкости. Было бы лучше, если бы Инес видел отца. Нет. Нет. Поверьте, он быстро восстановится. Увидите. А после этого он станет прислушиваться к старшему брату. Для разнообразия. Посмотрим. Итак, телеграмма. Произошло убийство? Да. Дальше. Жертва Генри Старр, сын сэра Джона Старра. Финансиста? Да. Как? Это произошло. Генри Старр возвращался домой с деловой встречи. На него напали и убили. Убийца очистил его карманы и скрылся под покровом ночи.
Когда это было? Месяц назад. И сэр Джон потерял терпение? Он насел на замначальника полиции Сэма Фергюсона, и тот решил обратиться ко мне. А я? Расследованием убийства Стара занимается лейтенант Дэниел Бенни. Он меня не жалует. Почему? Как-то я работал с ним. Я был уверен, что он первоклассный сыщик, который за версту чует преступника. К сожалению, он также хорошо чуял запах виски. Из-за его некомпетентности убийца сумел избежать наказания. Мне пришлось подать прошение о его отставке. Не понимаю. У него на меня зуб. Поэтому нужен посредник. Он еще служит. Это лейтенант Бленни? Да. А он станет меня слушать? Я надеюсь. Будем здоровы. Сержант Кларк присоединился к лейтенанту Бленни. Ну, Джо, поможешь несчастным Бобби? Сделаю все, что в моих силах. Доктор Дойл тоже поможет? Доктор Дойл изучает мои методы. Надеюсь увидеть все на практике. Ясно. Вы не против? Я не возражаю. Джо, что думаешь об убийстве? Ничего. Я знаю не больше того, что писали в газетах. Вы должны ознакомить меня со всеми фактами и всеми вещественными уликами. Мы ищем грабителя. Забрали деньги и драгоценности. Когда вор попытается сбыть их, мой человек об этом доложит. А до тех пор бандитам не будет ни минуты покоя. Даю вам слово. Сержант Кларк. Да, сэр. Будьте добры, введите докторов Дойла и Белла в курс дела. И передайте им вещественные улики. Есть. А теперь, господа, прошу прощения, мне пора. Господа, сэр. Что ж, прошло блестяще. Доброе утро. Дойл, доброе утро. Это вещи мистера Стара? Да. Понюхайте перчатку. Правую. Теперь понюхайте пиджак. Видите? Все не так, как думала полиция. Не почуяли того, что под носом. Верно. Эти вещи надо вернуть сэру Джону Стару. После смерти матери его воспитывала Дженни. Только она смирилась с его смертью, нельзя было вернуть вещи раньше. Теперь она плачет. Итак, что именно вы с доктором Беллом? Полиция привлекла нас после вашей просьбы. Зачем два врача? Доктор Белл разработал свой метод расследования преступлений. Этот метод поможет схватить убийцу, доктор Дойл? Все будет сделано, сэр Джон. Могу я спросить, каким был ваш сын? Спросить можете, но ответить не смогу. Я состоятельный человек, доктор. Но пока я сколачивал свое состояние, сын стал мне чужим.
Мы жили под одной крышей. И даже вместе ужинали. Но я не знал, кто сидит за столом. Он, кажется, добился успехов в своем деле. Но подробностей мы никогда не обсуждали. Прискорбно, доктор. Ваш отец смог бы рассказать, что вы за человек? Нет. Мой отец давно болен, сэр Джон. Простите. У него хотя бы есть оправдание. Ладно. Пусть я не знал своего сына, доктор, но никто не имел права отнимать у него жизнь. Преступник должен быть наказан. Тот, кто его поймает, получит награду. Наказание по закону будет достаточной наградой. Последний вопрос, сэр Джон. Вы не знаете, ваш сын курил? Что? Сигары. Нет, он не курил. Это важно? Возможно. Предположим, убийца прячется в этом переулке. Стар идет, убийца бьет его и грабит. Но, господа, во время грабежа убийца в спешке роняет свои перчатки. Перчатки? Я думал, это Стара. Понюхайте. Табак. Однако одежда Стара табаком не пахнет. И Джон Стар подтвердил, что сын не курил. Пусть это перчатки убийцы, что это меняет? Ничего. Напротив, это меняет все. Я сталкивался с преступным миром Эдинбурга, но ни разу не видел бандита, который бы носил замшевые перчатки. Снятые с другой жертвы. Ни один бандит не оставит перчатки, которые может опознать владелец. Генри Старра ограбили. Что скажешь, Джо? Ограбление инсценировано? Именно. Это сделал не профессиональный грабитель, а тот, кто может позволить себе дорогие перчатки и сигары. Кто-то уровня Стара. Если он не безумец, то у него был другой мотив. Я должен это слушать, Сэм. Какие-то перчатки. Лейтенант, в медицине принято обмениваться мнениями. Нечего стыдиться. Доктор Белл ни разу в жизни не прислушивался к чужому мнению. Лейтенант, я могу доказать, что доктор Белл вполне восприимчив к чужим мнениям. Ища следы табака, доктор Белл взял правую перчатку, так как большинство людей правши. Однако, осмотрев левую перчатку, я также обнаружил запах табака. Он билатерален. Одинаково владеет обеими руками. Я рассмотрел их в микроскоп и увидел кое-что еще. На коже были опалины. Опалины? Представьте, что я прикуриваю сигару. Правой рукой я держу спичку, а левой прикрываю ее от ветра. В таком случае опалины появились бы на левой перчатке. Но в нашем деле запах табака, как и опалины, на обеих перчатках. Владелец мог прикуривать любой рукой. Прекрасно, Дойл, прекрасно. Спасибо. Проанализируем дальше. Почему перчатки этого человека так пропахли табаком? Вероятно, в основном он курит на улице, потому что тот, с кем он живет, не переносит запах табака. Джо? Разумное предположение. И что дальше? Спросите наблюдательного доктора Дойла. Надо поговорить с последним, кто видел Генри Старра в живых. Прекрасная мысль. Мистер Джереми Уорд, адвокат. У них была деловая встреча. Я все рассказал сержанту Кларку. Что вы рассказали, мистер Уорд?
В котором часу мистер Стар пришел и когда ушел? Похоже, мистера Стара убили не ради ограбления. Чтобы найти настоящий мотив, нам нужно узнать побольше о его делах, о его личной жизни. Расскажите, о чем вы говорили с мистером Старом в ночь убийства? Тяжелый разговор, господа. Долгие годы я вел все дела семьи Вест. Они владели небольшой фабрикой на границе. Фабрикой управляла Алисия Вест, последняя в семье. И управляла очень успешно. Но потом Алисия нашла себе мужа. Этот человек оказался чудовищем. Он избивал ее, пропивал ее состояние и тратил его на других женщин. Джон Крейн сам хотел управлять делами. Крейн. Алисия Крейн. Вы ее знаете? Увы, только посмертно. Она покончила с собой полгода назад. Тогда вам известно, что ее муж был убит? Да. Я помогал полиции в расследовании. Джек Крейн был не только чудовищем. У него не было деловых способностей. Он почти обанкротил Алисию. Однажды, после его смерти, она пришла ко мне и сказала, что хочет занять деньги, чтобы сохранить фабрику. Ей нужно было заложить и дом, и фабрику. Все, что было. Я ее отговаривал, но она была непреклонна. Она получила два крупных заказа, благодаря которым смогла бы расплатиться с кредиторами, если бы они дали ей отсрочку. Но они отказали, господа. У нее отобрали фабрику и фамильный дом. После этого Алисия Крейн покончила с собой. Ее кредитором, господа, был мистер Генри Стар. Мистер Генри Стар и его компаньон, мистер Джордж Милберн. Что было в ночь убийства Стара? Стар пришел ко мне обсудить передачу дома. Экономка Алисии, миссис Бут, не соглашалась выезжать. Я убедил Стара и Милберна дать мне время, чтобы уговорить миссис Бут. Стар пришел сказать, что время вышло. Можете считать, что Алисия Крейн покончила с собой, но я скажу, что ее убили Стар и Милберн. Стар доводит Алисию до самоубийства, а потом погибает. Думаете, это месть? Типичный мотив. Но чья месть? Миссис Бут? Экономка? Она упряма и разгневана. А перчатки, Дойл? Перчатки мужские. Подброшенные, чтобы навести нас на мужчину. И потом, если бы убийца мстил за Алисию Крейн, было бы два убийства. Я имею в виду Джорджа Милберна, компаньона Стара и второго кредитора миссис Крейн. Надо поговорить с экономкой. Да, во что бы то ни стало. Даже если она невиновна, она может многое рассказать. Вы помогали полиции в деле Крейна. Убийцу поймали? И да, и нет, Дойл. И да, и нет. Мужа Алисии Крейн убил некто Нед Болл. Это его портрет. К сожалению, из-за халатности Бленни его не поймали. Дело Крейна и свело меня с лейтенантом. Это произошло через пару недель. Что именно? В 7 часов вечера Джек Крейн вышел из своей конторы, и через час его нашли мертвым на другом конце города. Так. Вскрытие показало, что его ударили ножом один раз. И он умер от потери крови. Однако в переулке крови почти не было.
Крейна убили в другом месте и привезли туда. Именно. Но согласно рапорту, лейтенант Бленни об этом не подумал. Крейна убили где-то возле его конторы, а потом перевезли на другой конец города. Но в чем? И зачем его вообще везти? Я подумал, что на месте убийства что-нибудь укажет на личность преступника. Я решил обследовать окрестности конторы Крейна и почти сразу нашел ответ. Суконная фабрика Крейн. Я чуть не угодил ему под колеса. Крейна везли в повозке? Я решил, что это стоит проверить. Я опросил всех работников фирмы Маккаллах и сыновья, и оказалось, что один из них помнит, как его товарищ смывал с повозки кровь. Когда я расспросил его, он сказал, что перевозил туши животных. Однако он меня не убедил, и я решил свериться с записями. Оказалось, что в тот день туши никто не возил. Я узнал у бригадира, как звали извозчика. Нед Болл. Но когда я вычислил, что он убийца, он уже скрылся. Итак, скажите мне, я поступил грубо? Неужели нормальный полисмен не смог бы проделать такую же работу? Наверное. Наверное? Ладно. Он некомпетентен, согласен. Но он на службе, и вы должны обо всем его информировать. Да. Не возражаете, если я возложу эту задачу на вас? Миссис Бленни? Нет. Я ее сиделка. Миссис Трой. Я доктор Дойл. Можно поговорить с лейтенантом Бленни? Конечно. Входите, доктор. Спасибо. Вот так. Давай. Давай. Вот так. Умница. В чем дело? Я думала... Вы знаете, ее не должны видеть такой. Я думала, вы ее уложили. Лейтенант. Вон! Уведите его! Немедленно! Вон! Доктор, я провожу вас в кабинет. Прости. Прости меня. Прости. Прости, прости, прости. Лейтенант, я не хочу, чтобы Исидору видели такой. Простите, что сорвался на вас. Исидора Бленни, ваша жена пишет книги о шахматах? Уже нет. Но до удара написала 3 тома. Играете в шахматы? Нет, я скорее ученик, чем игрок. Можно взять? Извините, нет. Других экземпляров нет. Это нас и свело. Шахматы. Познакомились на турнире. Странное место для знакомства. Но потом мы стали играть все чаще, и это уже не казалось странным. Исидора всегда выигрывала. Забавно, когда она была моим соперником, я терял концентрацию. Присаживайтесь, доктор. Спасибо. Желаете выпить? Нет, уже поздно. Не смогу уснуть. Не сможете? А знаете почему? Вы слишком мало пьете. Где сейчас доктор Белл? Дома. Я знал, что привлекут Белла. Убийца Стара не найден, сам Стар был сыном важной шишки, а Фергюсон метит в старшие констебли. Неудивительно, что пригласили Белла. Он рассказал о деле Крейн. Вот как? Он просил моей отставки, так? Да. Скрипя сердце. Да. Что случилось с миссис Бленни? Я ушел на работу, все было нормально. А когда вернулся, она была уже такая.
Миссис Трой говорит, что в больнице будет лучше. Но это не так. Нет. Нет. Я любил Исидору, а она меня. Мой долг ухаживать за ней. Любили? Не любите? От ее любви ничего не осталось. Удар случился до или после дела Крейн? До. Но я не желаю сваливать вину на Исидору. Это была моя ошибка, а не ее. Что привело вас в столь поздний час? Перчатки. Что с ними? Что, если их подкинула женщина? Какая-то конкретная женщина? Миссис Маргарет Бут, экономка Алисии. Хорошая книга. Книга миссис Бенни. Очень хорошая. Читаю анализ поединка Стейница и Лабата. Был такой матч в Новом Орлеане. И что думаете о ее анализе? Он в высшей степени поразительный. А как сама, миссис Бленни? Скорее мертва, чем жива. Удар. Сильный. Он сам ухаживает за ней. Не хочет отдавать в больницу. Ясно. Это было за пару месяцев до убийства. Думаете, провал в деле Крейна – это следствие болезни его жены? Он говорит, болезнь ни при чем. Но вы не уверены. Полагаете, что я обошелся с ним слишком резко? Я этого не говорил. Господа, я ненавидела Генри Стара за то, что он сделал с моей хозяйкой. Как ненавидела и ее мужа Джека Крейна. Стыдно признаться, но я рада, что они мертвы. Но я никого не убивала. Я христианка. Только Бог вправе отбирать жизнь. Знаете, почему мы здесь, миссис Бут? Любой, кто любил Алисию, как любила ее я, захотел бы отомстить Стару и его дружку Милберну. Ваш долг перед Богом — рассказать, кто это мог быть. Полагаю, да. Но только потому, что это мой долг перед Богом. Хотя я бы на коленях благодарила того, кто убил Крейна и Стара. Миссис Бут, скажите мне, как перед Богом, кто мог отомстить за вашу хозяйку? Кто-то такой был, это точно. Кто? Кажется, после смерти мужа она влюбилась. В кого, миссис Бут? Я знала Алисию Крейн с ее детства. Как-то раз, когда я вернулась от сестры, я нашла в ее спальне мужские запонки. Она сказала, что нашла их в столе и достала, чтобы выбросить. Сказала, что они принадлежали Джеку Крейну. Но по ее лицу я поняла, что это не так. Она не умела лгать. Кто стал бы ее винить после всего, что она пережила с Крейном? Миссис Бут, как я понимаю, у вас нет прямых доказательств, что Алисия Крейн кого-то нашла. Доказательств нет. Я это чую. Я знаю, что я прав. Стар погубил Алисию Крейн и был за это убит. Кем убит? Вы слышали, миссис Бут, тайным любовником Алисии. Она лишь нашла запонки. Вы сами слышали. Она знала Алисию ребенком. Знала.
знала, что миссис Крейн что-то скрывает. Это не доказательство. Это, черт возьми, начало! Лейтенант Бленни! Доктор Дойл, что скажете вы? Миссис Бут была для Алисии больше, чем просто экономка. Они долгие годы были подругами. Возможно, она бы поняла, что Алисия что-то скрывает. Спасибо. С другой стороны, доктор Белл верно сказал про партнера Стара Джорджа Милберна. Для мстительного любовника Алисии Крейн Милберн ничем не лучше Стара. Почему же Милберн жив? Вот именно. Надо допросить этого Милберна. Если кто-нибудь хотя бы плюнет в его сторону, мы должны знать об этом. Может, он скажет, кто мог затаить обиду на Стара. Спасибо, Марта. Будь добра, позови моего мужа, когда он придет. Уверена, он скоро вернется. Очень приятное ожидание, мэм. Очень вкусное печенье. Сами его пекли? Такими делами занимается Марта. Конечно. О чем я только думаю. Может, скажете, зачем вам Джордж? Вам не о чем беспокоиться, мэм. Это из-за убийства бедного Генри? Вы нашли убийцу? Джордж очень обрадуется. Они были друзьями. Убийца Стара еще на свободе, мэм. Жаль. Джордж расстроится. Что-то не так, доктор? Микеланджело, Леонардо да Винчи, Бенджамин Франклин, президент Гарфилд, сэр Эдвин Лансер. И что? Вы знаете, что их объединяет, миссис Милберн? Это довольно глупо. Как и мой муж, эти господа, как это называется, были... Билатеральное. Это значит... Да. Мы знаем, что это значит, миссис Милберн. Мой муж вечно хвастается этим... даром, как он его называет. На мой взгляд, это ребячество. Что-то не так? Ваш муж курит сигары, миссис Милберн? Да, но не в доме. В доме никогда. Я не разрешаю. Джордж, говорю я, если хочешь курить, кури на улице. Неужели? Джордж Милберн. Марта сказала, у нас гости из полиции. Давно вы знакомы с Генри Старом? 4 или 5 лет. Партнерами по бизнесу мы стали 3 года назад. Давать деньги в залог, по-вашему, это бизнес? Мне не нравится. Ваш тон, сэр. Я пришел, чтобы помочь расследованию, а не ради оскорблений. Мы с Генри оказывали денежную помощь тем, кого банки не хотели слушать. Таким, как Алисия Крейн. Говорят, вы со Старом довели ее до самоубийства. Она знала условия суды. Никто не представлял дуло к ее голове. В вашей жизни кто-нибудь угрожал, мистер Милберн? Угрожал? Нет. Зачем? Зачем мне угрожать? Думаете, смерть Генри связана с нашим делом? Нашим делом и этой Крейн. Вы так думаете? Доктор Дойл, покажите перчатки. Узнаете эти перчатки, мистер Милберн? Мистер Милберн? Нет, перчатки
Как, перчатки? Их нашли на теле Стара. Они не его, он не курил сигар. И не был билатеральным. А вы курите сигары. И гордитесь владением обеими руками. Это какое-то дикое совпадение. Это не мои перчатки, потому что я не ношу перчаток. Я их не терплю. Могу я спросить, где вы были в ночь убийства Генри Стара? Где? Дома спал, наверное. Я ложусь в 9. Ваша жена это подтвердит? Лайла? Видите ли, мы с Лайлой спим в разных комнатах. Господа, мне уже пора бежать. Если вам понадобится что-то еще, зовите меня. Генри Стар был моим лучшим другом. Лучшим. Желаю вам поймать убийцу. Спасибо, мистер Милберн. Можете идти. Спасибо за ваше стремление помочь. Спасибо. Доброй ночи. До свидания, господа. Почему не надавили? Нельзя задерживать человека без причин. Перчатки не его, а Стар был его другом. И мы ему поверим? Он не убийца. Нет, Сэм. Просто чудак, который думает, что билатеральность делает его гением. Он не похож на убийцу. Откуда такая уверенность? Я знаю людей, доктор. Благодаря этому я стал профессиональным полицейским, а вы жалкие дилетанты. Позвольте напомнить, что именно дилетант вычислил убийцу Джека Крейна. И только из-за вас ему удалось улизнуть. Если бы мы слушали вас, то до сих пор искали бы убийцу Генри Стара среди уличных воришек города. Как вы сказали? Нам надо искать уличного грабителя? Ну, знаете, с меня хватит! Господа, прошу. Доктор Дойл, рано списывать Милберна со счетов. Надо поискать улики. Выделите мне сержанта Кларка. Зачем? У вас есть Дойл? Я хочу кое-кого допросить. А как вы заметили, я не профессиональный полицейский, мне нужна помощь. Берите Кларка. Сэм, раз у нас избыток людей, лучше отправить их к Милберну. Я опасаюсь за его жизнь. Сержант Кларк пойдет с доктором Беллом и доктором Дойлом, лейтенант. Раз у вас есть Кларк, я завтра не понадоблюсь. Почему? У вас будет другое задание. Я хотел навестить отца. Конечно. Что ж, сомневаюсь, что в городе больше 4 магазинов, которые подошли бы Милберну. Мы с сержантом Кларком справимся сами. Крепитесь. Я вспомнил. Мне сейчас надо в другое место. Александр Кэмерон. Это я. Александр Макдональд Кэмерон. Если вас интересует мое имя, мистер Дойл. Доктор Артур Конан Дойл. Я пришел по поводу книги Исидоры Блейни. Вы написали к ней предисловие.
Это была большая честь. Я пытался найти другие книги миссис Блэнни, но безуспешно. Лейтенант Блэнни отказался их дать, они у него одни. Вы знакомы с Дэниелом Блэнни? Да, я помогаю ему в расследовании. Надеюсь, в третий раз нам повезет. Да. Могу я вам помочь? Если у вас есть клиент по имени Джордж Милберн, вы очень поможете. Мы не разглашаем информацию о наших клиентах. Таковы наши правила. Знаю. Поэтому я привел с собой полисмена. Джордж Милберн – постоянный клиент. Даже постоянный? Так даже лучше. Где его счет? В книге миссис Блэнни часто упоминается матч Стейница и Лабата, но я не понимаю… Как Исидора могла описать игры, которые прошли после того, как с ней случился удар? Да. Я вижу, вы глубоко интересуетесь шахматами, сэр. Что ж, дело в том, что Исидора не закончила книгу. Это сделал муж. Он благородно отказался от авторства. Это книга Исидоры, сказал он. Она ее начала, она ее и закончит. Говорю вам, доктор, видит Бог, Дэниел Блэнни, новый образчик добродетели. Желаете приобрести охотничий кепи? Не представляю, как бы я стал его носить. Но я знаю, кому оно понравится. Доктор? Вы правы. Вы солгали, мистер Милберн. Мы узнали, что вы купили у братьев Кросс точно такую пару перчаток. Ну и что здесь такого? Я купил перчатки. Вам не доказать, что это именно те перчатки. Прошу, мистер Милберн, успокойтесь. Где ваши перчатки, мистер Милберн? Где? Потерял. Месяц назад. Потерял. Как? Ну, в парке, у дома. Я часто туда хожу. Мне там нравится. Я припоминаю, что положил их в карман плаща. Погода была теплая, плащ я нес в руках, перчатки, видимо, выпали из кармана. Вернувшись, я их не нашел. Ну, это правда, клянусь. Да, я солгал, я знал, что это глупо. Кто знал, что вы потеряли перчатки? Трудно сказать. Может, Лайла? А может и нет. Подумаешь, потерял перчатки и купил другие. Сержант Кларк. Да, сэр. Проводите мистера Милберна, угостите чаем. Ему это не помешает. Сюда, мистер Милберн. Спасибо. Итак, господа, прежде чем мы обсудим новую информацию, прошу оставаться в рамках приличий. Лейтенант? Я не верю, что он убийца. Он солгал. Запаниковал. Это подтверждает мою теорию. Такие, как он, не могут убить. Эта версия не учитывает того, что он одинаково владеет обеими руками, купил такие же перчатки и курит сигары. Как это игнорировать? Может, это его перчатки. Но я не верю, что он убийца.
Их могли подкинуть, чтобы навести на него? Кто подкинул? Тайный любовник Алисии Крейн? А что? Уже прошло полгода после ее смерти. Полгода, чтобы выследить своих жертв. Полгода, чтобы узнать их привычки. И то, что Милберн одинаково владеет обеими руками. Он похищает у него перчатки, убивает Стара и оставляет их у трупа. В лучшем случае Милберна повесит, в худшем мы следим за невиновным. Тем временем он спокойно обдумывает свой следующий ход. Вы верите, что этот человек существует? Доктор Дойл? Ваше слово. У доктора есть подозреваемый без мотива, а у лейтенанта мотив без подозреваемого. Да, это фантом. Однако, чем больше я наблюдаю за Милберном, тем больше я склоняюсь к версии Бленни, что убийца не он. В таком случае фантом лейтенанта Бленни становится более материальным. Отлично сказано. Хорошо. Я отпускаю Милберна. Ему нужна охрана, Сэм. Нет. Нет, ибо в отличие от доктора Дойла, я согласен с Джо. Милберн остается главным подозреваемым. Но не имея мотива, мы не можем его арестовать. Значит, мы найдем его. Дойл. Совсем голову потеряли? Вы просили говорить честно. Я считаю, что Милберн не убийца. Что привело к такому выводу? Что? Кроме знаменитого инстинкта лейтенанта Бленни. Вы вряд ли это поймете, но я считаю, что он выдающийся человек. Понятно. А теперь я скажу, что я считаю. Вам нравится, что Бленни так заботится о жене. Эта забота может умилять человека, который был вынужден поместить отца в клинику. Я считаю, что по ошибке вы позволяете заботе Бленни распалять в вас чувство вины. Я говорю по ошибке, потому что надо быть очень смелым, чтобы взглянуть правде в глаза. А правда в том, что для вашего отца сейчас это лучшее место. Только четкие улики могут привести нас к убийце, а вашу версию подкрепить нечем. Она уснула. Налить вам, доктор? Или поздно? Глоток можно. Вы еще играете? Нет. Фигуры остались с нашей последней игры. Больше я не играл. Исидора играла белыми, и, как видите, она бы меня обыграла. Полагаю, он недоволен вами. Белл. Верно. Вы решительный человек, Дойл. Как вы его переносите? Он хороший человек. Но, как и другие люди, он скрывает свои добрые черты. Я поговорил с миссис Бут. Спросил, кто еще знает про любовника Алисии Крей. Она считает, что могут знать работники фабрики. Те, кто работал с нею всю жизнь и кому она доверяла. Она назвала имена? Да. Thank you.
Хорошо. Зовите их, сержант. Первый работал еще на ее родителей. Мистер Стронг. Добрый день, я доктор Белл. Сэр Джон ждет меня. И что вы думаете там найти, доктор? Возможно, ваш сын погиб от рук своего знакомого. Здесь может быть то, что укажет на него. Спальня сына. Мы с Дженни так и не смогли зайти сюда с самой смерти Генри. Поэтому здесь такое запустение. Сэр Джон, вам лучше оставить меня одного. Да, пожалуй, да. Эта дверь в кабинет Генри. Боюсь, там тоже... Там... Но... Понимаю. Мистер Джеффрис. Миссис Китсон, сэр. Секретарь миссис Крейн. Прошу, садитесь, миссис Китсон. Миссис Китсон, вы были секретарем миссис Крейн. Наверное, она доверяла вам и в остальных вопросах. Конечно. Поверьте, я не сплетница. Чужие секреты хранить умею. Разумеется. Но нам нужна информация. Миссис Китсон. Был ли у миссис Крейн любовник, так? Что? Вы всех об этом спрашиваете. Миссис Крейн больше нет. Из-за Генри Стара. Думаю, я могу кое-что рассказать. Да. Мужчина у нее был. И если он убил Стара, надеюсь, вы его никогда не найдете. Надеюсь, с ним она обрела счастье. После того, что натерпелась от мужа. Миссис Китсон, прошу. Я лишь знаю, что она сделала свою фотографию и хотела отправить ее ему, как открытку. На обороте написала «Моему возлюбленному» от Алисии. Я увидела открытку, и она это заметила. Мы обе сделали вид, что ничего не было. Миссис Китсон, там было имя или адрес? Я сказала все, что знаю. Так он существует. Было бы у нас хотя бы его описание. Миссис Бут и миссис Китсон были подругами Алисии. Обе верны и обе ненавидят Стара. Они не все сказали. Понимаю. Thank you.
Доктор Белл? Он самый. Фрэнк Дарси, Фрэнк, управляющий гостиницы Queen's Lodge. Вы меня искали? Да, мистер Дарси. У меня письмо, которое вы посылали мистеру Генри Стару. Да. Вы пишете, что больше не желаете видеть его из-за последнего инцидента. Могу я спросить, что это был за инцидент? Можете, но я не отвечу. Вы в курсе, что Генри Стар убит? В газетах писали про ограбление. Нельзя верить всему, что пишут в газетах, мистер Дарси. Я помогаю вести расследование. И могу вызвать сюда полицию, чтобы они провели допрос по всем правилам. Но это, видимо, будет не очень удобно. Да, да, конечно. Ладно. Случилось вот что. Мистер Стар был нашим постоянным гостем и часто приезжал сюда с дамой. Как оказалось, с замужней дамой. Я узнал это только потому, доктор Белл, что ее муж внезапно нагрянул сюда и застал их на месте преступления, как говорят. Господи. Фамилии этой дамы и господина? Поймите, доктор Белл, здесь была такая шумиха и разгром, что я запомнил только их имена. Мистер Орд, подумайте хорошенько. Мы знаем, что Алисия Крейн встречалась с мужчиной. Но чтобы установить его личность, нам нужна информация. Мы с Алисией об этом не говорили. Прошу вас, мистер Орд. Вы последняя надежда. Был один любопытный случай. Как-то утром ко мне заехала Алисия. Когда она ушла, я встал посмотреть в окно. Помню, она остановилась и затем помахала мне. Когда она подошла к экипажу, внутри ее кто-то ждал. Мужчина. Точно мужчина. Он помог ей сесть, и экипаж тронулся. Вы помните то, что поможет нам опознать его? Нет. Простите. Дойл, вы как раз вовремя. Это был Джордж Милберн. У Генри Стара был роман с Лайлой Милберн. Джордж узнал об этом и выследил их в одном сомнительном отеле. А это неплохой мотив для убийства, лейтенант. Не может быть. Это ошибка. За ним, Дэниел. Возьми ребят. Господа, что происходит? Они за господином Милберном. Джордж вышел прогуляться. Куда? В парк. Идемте.
целы? Йоу, я споткнулся. Черт. Простите. Порядок. Порядок. После того, что я наделал. Вы не виноваты. Виноват убийца, а не вы. Его бы не убили, если бы у него была охрана. Его унесли, сэр. Лейтенант, вы были правы. Да. Лейтенант. Может, это не важно, но миссис Милберн кое-что вспомнила. Это было несколько месяцев назад. Мы с Джорджем гуляли в парке. Он остановился поиграть в крикет с ребятами. Хотел похвастаться, что умеет играть обеими руками. Я наблюдала, но потом заметила мужчину на веранде павильона. Я не уверена, но кажется, он следил за нами. Не знаю. Можете его описать? Нет. Он стоял в тени. Вы сказали об этом мужу? Нет. Я думала, это глупо. Даже после смерти Генри? Почему ничего не сказали? Я думала, что знаю, кто убил Генри. Я думала, это мой муж. После того, что мы сделали, я думала, это он, а не какой-то таинственный наблюдатель. Нам его не поймать? Да, сэр. Поймаем. Поймаем. Перебежал улицу и повернул направо? Да. Зачем? Повернув налево, он бы скрылся быстрее. Да. Нет, нет. Он перебежал не просто так. Идем. Клуб святого Иоанна для джентльменов. У входа экипажа, вот куда он побежал. Здесь десятки экипажей. Как найти нужный? Дадим объявление и заплатим. Идем. Вот так. Дождь уже стихает. Коллега доктора Дойла расстроился из-за такого поворота событий. Теперь он не будет поспешно судить других и просить их отставки. Скоро лето. Скоро лето.
Вам нехорошо? Нет. Ничего. Я жду ребят, которые приходят поиграть в крикет. Как видите, играем мы. Действительно. Как-то раз с вами играл человек, который подавал обеими руками. И отбивал, и ловил. С вами? Да. Жена этого человека сказала, что видела кого-то на веранде. Вы кого-нибудь видели? Мы оставили там одежду. Сначала я подумал, что это карманник. Но оказалось, он смотрит игру. Ты говорил с ним? Да. Можешь описать его? Конечно. Даже знаю его имя и профессию. Простите, лейтенант Бленни. Это мистер Рансимен Кэббен. Он помнит, что в ту ночь подвозил от клуба Святого Иоанна человека. Тот запыхался, будто после долгого бега. Еле дышал. Жаль, нет адреса. Если он здесь, мы его найдем. Майкл, идите домой, выспитесь. Смените меня в 10. Есть, сэр. Что вас привело? Нужна ваша помощь. Надо разобраться. Вы пришли ко мне за советом? Уверены, что пришли по адресу? Да, уверен. В чем дело, да? Когда я возвращал вещи Генри Стара, его отец спросил, почему полиция так долго держала их. Я не смог придумать ответ, думал, что это проявление халатности Блейни. Я бы тоже так подумал. Блейни пьяница и глупец, который упустил убийцу. Да. Вы спрашивали меня о книге, миссис Блейни. Да. О матче Стейниса и Лобата. Да, вы сказали, что она провела блестящий анализ. Блестящий по точности и потому, что он написан после того, как с ней случился удар. Но ведь это практически невозможно. То есть это написал Блэнни. Пьяный дурак, который не заметил улики в деле Крейна. Приходит домой и делает анализ игры гроссмейстеров. Пьяный дурак не способен на такое. Дойл! Стойте. Я понял, что-то здесь не так, и решил сблизиться с Блэнни. Втереться в доверие и узнать, в чем дело. И перешли на его сторону? Да. Какой же я глупец. Какой я идиот. Как я не догадался. Простите, Дойл. Это я должен извиняться. Я считал, что если мы сговоримся, то Блэнни обязательно это почует, и поэтому держал все при себе. И... втершись к нему в доверие, вы поняли, что его теория неверна. Нет. Нет? Нет. Нет. Но я был уверен, что дело нечисто. Все было не так. Когда миссис Милберн рассказала, что кто-то следил за ними в парке, я подумал, что этого человека могли видеть крикетисты. Я уже не считал Блэнни простым пьяницей, и мне показалось странным, что он об этом не подумал. И я пошел в парк. Вы нашли ребят? Да. Они его видели? Один мальчик с ним говорил. Убийца. Он написал убийцу?
Он запомнил его и недавно увидел его фотографию в газете. Это был Бленни. Бленни? А мы следили за Милбердом. Факты, Дойл, о чем они говорят? О чем-то невероятном. О чем же невероятном? Мы знаем, что Бленни не простак. Наоборот, он знал, что если он не поймает убийцу, то вызовут вас. Он знал? Он сам это сказал. Он намеренно упускает убийцу и вызывает вас. Теперь он может вас унижать. Что он и делает? Дальше. Он наблюдал за Старом и Милберном и строил планы. Стара надо убить первым. Перчатки выведут на Милберна, поэтому он держал вещи Генри. Да, он знал, что я пойму, что это за перчатки. Он нарочно не замечал улик против Милберна и даже настаивал на его охране, но знал, что Фергюсон послушает вас и откажет. Факты были за вас. Но Милберна убивают. Бленни реабилитирован. А вы? Очернены. Даже хуже. Вы косвенно виновны в его смерти. Он не только реабилитирован, у него железное алиби, ведь он был с нами. Какой же вывод, Дойл? Я не могу поверить, что Бленни убил двух человек, чтобы дискредитировать вас. Согласен. Но обратимся к фактам. Может, были и другие мотивы для убийства. Мы знаем, что Генри Старр и Джордж Милберн довели Алисию Крейн до смерти. Мы знаем, что они были убиты. И мы знаем, что у Алисии Крейн действительно был любовник. За Милберном следил Бленни, а не любовник. Вы уверены, Дойл, что это был не любовник? Боже. Но зачем Бленни доказывал, что любовник есть, если это он сам? Может, мы с вами спросим его? Где Бленни? Мы нашли убийцу. Лейтенант Бленни там. Садитесь. У нас есть описание, и мы знаем, где он живет. Мы ошиблись? Разве, Дойл? Почему Бленни доказывал существование любовника? Может, он хочет представить его, чтобы окончательно меня опорочить? Но как? А о чем вы? Где-то здесь. Его нет. Надо его найти. Мистер Бленни. Принесли деньги? В чем дело?
лейтенант? Царапина. Давайте я смотрю. Не надо. Взгляните лучше на это. Вот убийца, доктор. Мистер Недбол. Недбол? Именно. Он убил Джека Крейна, чтобы получить Алисию, и затем убил Стара и Милберна. Недбол был тайным любовником Алисии? Хотите доказательств? Я нашел это на камине. Это Алисия. Фотография, о которой говорила миссис Китсон. Действительно. Позвольте. Покажите, где она стояла, лейтенант. Должно остаться пятно. Пятно? Как и от других предметов. В пыли должно быть пятно. Я его не вижу. О чем вы? Эти господа выдвинули против вас обвинения. Какие обвинения? Вы заставили Недбола убить Стара и Милберна. С чего бы это? Вы винили их в смерти Алисии Крейн. Вы были ее любовником. Лейтенант, крикетисты вас опознали. Я уверен. Она посылала вам и другие залоги любви. Письма, например. Мы найдем их, если проведем у вас обыск. Займитесь этим, сержант Кларк. Сейчас? Сейчас, сержант. Надо поговорить с Фергюсоном. Назад, сержант. Вы не можете убить всех. Вы меня поймали, доктор. Похоже, да, лейтенант. Однако я еще многого не понимаю. Алисия Крейн. Я познакомился с ней, когда вел дело об убийстве ее мужа. Я сразу понял, в каком кошмаре она жила. И понял, что она мне нравится. Я выследил Неда Булла задолго до вас, доктор. Но Неду тоже было что рассказать. Например, что Алисия заплатила ему за убийство мужа. Понимаете, что это значит? Если бы я поймал Неда, он утащил бы ее с собой. Поэтому я его отпустил. Понятно. В благодарность Алисия полюбила меня, и мы дарили друг другу счастье. Простите, что сомневался в вашей компетенции. Простите, лейтенант, я ошибался. Как и остальные, доктор. Извинения приняты. Официально я был женат, поэтому Алисия просила молчать. Но кое-кто замечал ваш роман. Миссис Китсон. С ее фотографией, миссис Бут с этими запонками и Джереми Уорд. Мы с Алисией смеялись над этими свидетельствами. Но в конце концов они пригодились. Я смог создать любовника фантома. Мы бы нашли мертвого Неда, сжимающего фотографию. Она была бы отомщена, а доктор Белл окончательно разгромлен. Стар и Милберн были обречены с момента смерти Алисии. Я выслеживал их месяцами. Я даже узнал об интрижке Стара и миссис Милберн и послал ее мужу записку. Я был в отеле, когда он приехал и застукал их. Ну и представление было. Великолепно. Сэр, не торопись, сынок.
Нед многих отправил на тот свет. Его жалеть нечего. Но я причинил боль Сидоре. Не тем, что любил Алисию, об этом она не узнает. Нет. Исидоре будет больно, что меня поймали. Без моего присмотра ее отправят в какую-нибудь ужасную психушку. Ужасную психушку. Из-за Исидоры я не могу жить ни минуты. Нет! Нет! Сержант! Сержант! Рад, что вы пришли. Почему бы не прийти? Нам предписано прощать ближних. Да. Знаете, Дойл, я до самой смерти буду винить себя, что не предотвратил смерть Милберна. Спасибо вам. Что ж, несмотря ни на что, он заслужил достойные похороны. Погиб при исполнении. Надо проследить, чтобы в больнице, куда ее отправят, за ней хорошо ухаживали. Не стоит. Ее никуда не отправят. Что? Сэр Джон Старр назначил вознаграждение за поимку убийцы и его сына. Я предложил потратить деньги на уход за Исидорой. Он согласился. Деньги потеряли для сэра Джона всякую ценность. Прекрасно. А вам придется ухаживать за двумя несчастными душами. Да. В комнату! Отпустите! Разве я не герой? Лейтенант Дэниел Бленни, любимый муж Исидоры Бленни. Братья Дойл, добро пожаловать. Инес, рад тебя видеть. Мы едем на вокзал в двухколесном экипаже. Заехал попрощаться со старым другом. Кстати, у меня для тебя небольшой подарок. Он там, на столе. Мои последние наблюдения касательно дела Крейна. Лучше поздно, чем никогда. Да. Bon voyage, Дойл. Спасибо. Может, мы встретимся при более благоприятных обстоятельствах. Это было бы прекрасно. Ибо нас тоже сближает простая и задушевная дружба. А вам надо вернуться домой и постараться все это поскорее забыть. Выбросить из головы и вернуться в русло обыденной жизни. А вы тоже выбросите из головы? Я постараюсь. Я подумываю написать об этом.
немного все изменив. Это поможет прогнать призраков. Но, Дойл, писательство не должно мешать вашей медицинской карьере. Это самое главное. Нет. Об этом не волнуйтесь. До встречи, друг мой. До встречи. Артур, смотри. Тебе идет. Постараться все поскорее забыть. Выбросить из головы. Я старался выбросить все из головы. Старался жить нормальной жизнью. Но мысленно был с ним. Я вспоминал удивительные приключения, которые мы пережили. В мрачном мире ужасных преступлений под сенью нашего мирного и благостного общества. Как это описать? Может, в серии рассказов, где эти события не будут узнаны? Пока это не удается. Но мои воспоминания о докторе столь яркие. Я вижу его суровый взгляд. Представляю, как он зовет меня назад в комнаты смерти. Тогда я не знал, что двери в самые ужасные комнаты только предстоит открыть.